Есть ли жизнь после 100? Таким вопросом задались создатели газеты «Ульяновская правда». 24 октября старейшему изданию региона исполнилось ровно 100 лет. В честь этого события в областном дворце творчества детей и молодежи прошел открытый медиафорум «Волжский венец». Журналисты, фотографы, общественники, политики и те, кто еще только определяется с профессией. Желающих поздравить «Ульяновскую правду» с юбилеем не было отбоя. А чтобы такие же добрые, хорошие, отзывчивые, умные журналисты были, попадались им хорошие темы, читатели, в общем-то, чтобы все у них было хорошо. Чувствовать себя на 16. Очень много читателей разнообразных и много интересных тем журналистов. Я бы пожелала, чтобы редакция всегда была профессиональной. Наверное, это самое главное для любого СМИ. Форум с приставкой «Медиа» начался с выставки презентации региональных изданий. Компанию «Юбиляру» составили «Народная газета», «Чемпион», «Симбик» и многие другие. В рамках мероприятия состоялась презентация сборника «История симбирской ульяновской журналистики». Окунуть гостей в атмосферу Ульяновска 20 века помогли работы фотожурналистов «Ульяновской правды», архивные документы и даже инструменты советского корреспондента – печатная машинка, магнитофон и диктофон. Лучшим примером тех традиций является газета «Ульяновская правда», которая сегодня уже не просто газета, которая сегодня является большим издательским домом, которая сегодня выпускает и печатные издания, электронные средства массовой информации, и уже приступили в том числе и к формату интернет-телевидения. Главной темой пленарного заседания стал вопрос, на который всем собравшимся предстояло найти ответ. Есть ли будущее у печатных СМИ? Эта тема актуальна, вы сами знаете. Интернет наступает, печатные СМИ пытаются как-то в этом информационном океане выжить, выплыть. И вот мы решили, что вот такой медиафорум, такая диалоговая площадка, она нужна. Жизнь после 100 у газет определенно только начинается. Это подтвердили и гости из соседних регионов, коллеги из редакции газет с именем «Правда». Для многих из них 2017 год также является юбилейным сотым. Жизнь после 100, она есть и будет жизнь. Главное искать отклик читателей, быть интересными, необычными, быть оригинальными, и быть в духе времени. Газеты будет меняться их аудитория. Если лет 10 назад мы говорили, что интернет – это вот для продвинутых, для элиты, то сейчас интернет для всех. А вот печатные СМИ скоро как раз перейдут в категорию элиты. На этом «Волжский венец» не закончился. Участников форума ждали разнообразные мастер-классы и дискуссионные площадки. Сотрудники издательского дома «Ульяновская правда» и приглашенные эксперты поделились с гостями секретами верстки, ответили на вопрос, какой должен быть телерепортер и фотожурналист, а также подискуссировали на тему взаимодействия гражданского общества со средствами массовой информации. Дарья Сударева, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».